Фирма «Август» на рынке Чувашской республики работает 10 лет. За эти годы компания закрепила за собой имя крупнейшего в России предприятия, специализированного по выпуску химических средств защиты от сорняков и болезней, основных технических и зерновых культур. По словам представителей компании, солидный возраст и масштабы закрытого акционерного общества позволяют удовлетворить запросы наших сельхозпроизводителей. По регламентам ежегодно вводят в производство, скажем так, от 3 до 5 препаратов. В 2004 году у нас было препаратов в районе, пускай 25 условно, да, то сейчас уже более 60 препаратов собственных разработки. Весь ассортимент у нас к сегодняшнему моменту, он, можно сказать, скомплектован практически полностью. Один из филиалов фирмы «Август» расположен в Чувашии. Вурнарский завод смесевых препаратов производит основную часть всей продукции компании. Он является лидером российской отрасли по производству пестицидов. Также выпускает гербицидные препараты в месяц до 1600 тонн. Научно-исследовательский центр компании в постоянном поиске более эффективных действующих веществ. Для многих картофелеводов у фирмы есть хорошая новость. Поскольку арсенал компании по защите картофеля достаточно широкий, у многих препаратов была не очень удобная упаковка. Мы решили эту проблему, упаковав вот эти порошковые препараты в специальные растворимые пакеты. Скажу сразу, что пакеты эти состоят из специального полимера, который очень быстро растворяется в воде, но при этом порошок, упакованный в эти пакеты, он не пылит, не загрязняет окружающую среду и достаточно экологичный, удобный в работе. Чтобы сохранить высокие потребительские свойства жидких препаратов при транспортировке и хранении, эта продукция выпускается в специальных многослойных полимерных канистрах. В этом году вот такая бинарная упаковка у нас. Идет. Четырехслойная же, да? Да, что-то наше производство, четырехслойная бинарная упаковка. Сейчас новые линии что там поставили? Нет, пресс. Да, там две сейчас линии. Итальянская и американская. Вот. И вот мы вот такие вот сейчас дали для того, чтобы наши производители, не ошибаясь, меньше ошибок было, это на количество гектаров определенное. Компания «Август» выпускает продукцию, которая не навредит экологии и может быть утилизирована без вреда окружающей среде. В планах у «Августа» полностью перейти на растворимую упаковку порошковых препаратов. Как отмечают представители фирмы, продукция должна быть не только эффективной, но и более безопасной.